ошибку она выдает. Итак, сначала Коляска Adventure в новом исполнении с магнитом. И вот L8. С вот таким вот джойстиком. Первое, что необходимо сделать при появлении ошибки L8 и C4, это проверить целостность вот этих вот проводов, чтобы они не были поджаты, чтобы они не были повреждены. Начинаем проверять вот с этого провода питание. Дальше идет с мотора одного, с мотора второго. Вот он пошел. Чтобы внешние они были целыми. Здесь предохранитель. Ну и дальше на блок. От блока расходятся провода. Нас интересуют силовые. То есть это вот этот вот разъем. Здесь получается вот эти вот два контакта. Они могут уходить вовнутрь. Из-за чего, собственно, и получается эта ошибка. То есть получается у нас здесь два вот этих вот крайних разъема. Получается два вот этих вот крайних разъема. Сейчас подсветим. Вот они. Вот это у нас идет фишка фиксируется. И фишка фиксируется вторая. Главное не перепутать моторы. Здесь у нас получается на самом вот этом штекере должны быть вот эти не глубоко контакты, вот эти вот средние. Если что, их можно подтолкнуть обратно, вот эту вот убрав. И вот где белые проводки, засунув тонкую отвертку, подтолкнуть их вперед. В принципе, потом они защелкиваются в свои же места. Вот здесь не перепутайте, потому что внизу идут направляющие. Ну и чтобы защелкивалась нормально защелка. Вот она фиксирует, получается, сам разъем. Ну и соответственно одеваем защиту от грязи и пыли. Пыльник на разъем. Далее берем второй разъем, проверяем, чтобы эти контакты средние не ушли далеко. Ну и соответственно вставляем его до характерного щелчка. Все зафиксировано, никуда уже не выскочит. Оба пыльника надеты. Ну и после чего нам нужно будет взять и проверить включаем и соответственно проверяем. Так, опускаем назад сиденье и радуемся, что у нас ушла ошибка L8 и C4 на движение.